фарму, точнее, фарму от каких фирм-производителей лучше всего покупать в 2021 году. Начинаем, значит, вот топ-3 препаратов, которые, я знаю, 100% работают. Значит, открывается наш топ-3 с такого препарата, точнее, с такой фирмы-производителей, как Zhengzhou Pharmaceuticals. Это китайская фарма, это китайский завод. Если вот сравнивать, например, ну, скажем так, по пятибалльной шкале давайте. По пятибалльной шкале, я думаю, все-таки 4, либо 4 там с маленьким минусом будет. А то даже, знаете, все-таки я на этой фарме готовился на соревнования, мои знакомые эту фарму очень активно юзают. Вот, следующая фирма-производитель, она, конечно же, стоит намного дороже, чем Zhengzhou Pharmaceuticals. Это фирма Black Dragon. Очень крутая фарма. На первое место я поставил такую фирму-производитель, как Bayer. Ну, точнее, там полное название Bayer Schering. Это немцы, это немецкий завод, но у них также филиалы есть там по другим странам, где эту фарму производят. В общем, это немецкое качество. Bayer, если кто пробовал, ну, наверняка тоже многие пробовали, это прямо Bayer. Это у них даже метан прет так, что там вообще капец. Очень грамотная фирма. На мой взгляд, она... Вот на сегодняшний день, если вы оригинал Bayer найдете, найти не так просто. Но опять же, это кто где, у кого какие каналы, кто где находится. Сейчас я не буду об этом говорить, никакие там сайты вам рекламировать. Bayer – это супер качественная фарма, тоже она дорогая, тоже тот же самый Zhengzhou Pharmaceuticals. Намного дешевле стоит, чем Bayer. В общем, оригинал найти непросто, но в принципе можно. В общем, сам я не так часто пользовался вот этой фирмой Bayer, но тем не менее, каждый раз, когда пользовался, и каждый раз, когда мои кенты, тоже выступающие спортсмены, эту фарму доставали и, короче, юзали ее, блин, пацаны, это вообще, это прям бомба, это ощущение очень классное, это максимум положительного действия, это минимум побочных эффектов, сразу чувствуется немецкое качество, так что, пацаны, если можете где-то достать вот эту фирму, то все-таки доставайте, не жалейте денег, потому что, ну, это реально вы будете употреблять внутрь себя, либо пить там, да, орально, либо инъекции делать, в общем, ну, я не советую вам покупать всякое дерьмище, лучше поднакопите денег и купите себе качественные препараты. То есть Zhengzhou Pharmaceuticals на третьем месте, Black Dragon на втором и Bayer на первом. Это я советую вот топ-3. Тебя, то, что я сейчас использовал, я вам посоветовал. Чаще всего я сейчас использую, честно говоря, это Zhengzhou Pharmaceuticals и Black Dragon. А, есть еще такая немецкая фирма, ой, немецкая, господи, швейцарская фирма, Switch, по-моему, она называется. Это вообще, вот это такая бомба. Это может сравниться только с Bayer. Вот если бы мне сейчас вот сказали, вот выбирай, какой фирмой ты будешь пользоваться, вот, вот, ну, что-нибудь, вот скажи, например, один препарат, вот, допустим, да, я даже не знаю, что бы я выбрал. Либо была бы это фирма Bayer Schering, либо это была бы фирма Switch. Настолько эти фирмы, они равноценны друг другу, они обе классные. Тоже там, я не знаю, вот как вот быстро об этом сказать. Это, ну, реально, побочных эффектов я вообще никаких не ощутил. Просто никаких не ощутил. Правда, и дозировки у меня были, я всегда ставлю скромные дозировки, либо средние, когда больших. Но, тем не менее, если препарат говняный, то там сразу тебя и прыщами засыпет, и волосы могут посыпаться, если это высокоандрогенные препараты, и гина вылезет, и все там, что хочешь. Вот. От этих фирм-производителей, что Bayer, что Switch, ну, никогда не было вообще ничего, никаких негативных, да, моментов, всегда было только, знаете, хорошее ощущение и хорошие отзывы. Zhengzhou Pharmaceuticals, Black Dragon и этот самый Bayer Schering, это то, что вот на сегодняшний день 100% работает. Есть еще другие фирмы, которые там тоже люди юзают, Pharmacom, например, Genesis, фирма-производитель. Что еще вот так можно найти? SP фирма, тоже это все работает, тоже там какие-то препараты на 3, на 4, какие-то чуть дороже, там какие-то чуть дешевле. Вот, сейчас тоже не будем на этом останавливаться. Ну все, ребят, всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. До новых встреч! Ставь мне лайк и подпишись, и мое шоу не закончится ни в жизнь. Поставь мне лайк и подпишись.